Здравствуйте! Говорит и показывает канал Волкодав 05. Халк на ваших экранах. Подошел после пробежки. И, естественно, тренер Халка, классик. Пока что тренер его выполняет свою работу на 5 с плюсом. Классик и Халк. Получился очень хороший тандем. Постоянно бегают, прыгают. Как я раньше говорил, Халк любитель полежать, любитель медленных движений, а классик скоростной. И очень любит кусать ноги, что передние, что задние. Скажу вам, друзья, иметь собаку как классика – это находка. Очень хитрая, очень умная собака. Дружит она в питомнике со всеми – с Азаром, с Маршалом, с Шерханом. С любым кобелем она дружит. И в дальнейшем, я думаю, будет для них тоже тренером. Но пока он не проснется. Как он проснется, как начнет закатывать бои, я думаю, что вместе их выгуливать уже будет тяжело. Буквально 3-4 дня тому назад сделал первую притравку Маршалу. В 8-минутном бою Маршал показал себя просто шикарно. Делал такие трёпы, делал такие выкрутасы, как будто собака уже много лет бьется в ринге. Очень-очень обрадовала. Буквально чуть раньше сделал притравку Шерхану. И Шерхан показал себя шикарно. Друзья, напомню вам, что видеоролик из ринга, который проводили 8 числа прошлого месяца, до сих пор нету. Обещают, но еще не скинули. Поэтому я бой Халка не выкладывал в Телеграм. Есть, которые снимали за кулис. Но давайте еще чуть-чуть дождемся. Если не будет видео с ринга, то потом уже загружу видеоролик, который снимали ребята. Нашли какую-то кость. Череп нашли. Вот и грузут, играются. Буквально метров 200 отсюда, минут 10 тому назад, собака облаивала нас. Вот этот инициатор всех скоростных стартов побежал, и за ним тоже побежал Халк. Вот вернулись, теперь решили отдохнуть. Скорее всего, та собака дала ноги, убежала, и они за ним. И вот сейчас слегка запыхались. Халк, ну как твои тренировки начинаются? Тяжело тебе, да? Тяжело дышишь? Но ничего страшного, несколько дней будет все в порядке. Если не ошибаюсь, сегодня 24 января 2023 года. 18-го, то есть, или 19-го, у меня же с головы вылетело. По-моему, 19 февраля, 4-й тур, полуфинал чемпионата Дагестана по тестовым испытаниям. Я вам скажу, классик почти
в росте и в длине такой же, как Халк, но в ширине, конечно, уступает. Скоро вернемся обратно. Сегодня долгие прогулки делать не будем, так как наша первая тренировка, первая прогулка после чемпионата. Ай, Халк, молодец, Халк. Молодец. Иногда смотрю, телефон фокус теряет. Напомню вам, вы смотрите канал Волкодавы 05. Долгое видео сегодня снимать не буду. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь. Обязательно напишите в комментариях, на какую тему поговорить, снять видеоролик. Буквально послезавтра на следующую прогулку поговорим о том, о чем вы хотите. Подкидываете темы разные, будем обсуждать, комментировать, советоваться. Че, Халк? Друзья, всем добра, удачи. Мы пошли дальше.